Вот сегодня продолжается у нас выходной день. Сегодня у нас была памятная дата Петра и Павла апостолов. Закончится пост сегодня, 12 число июля. Вот мы сегодня отдыхаем. Съездили с собаками. С собаками Сергей Павлович показал, как они у него в воду любят прыгать за палками. Все. Вот, а Игнатий, значит, желающих ребятишек взял с собой. Ну и взрослых тоже. Вот здесь вот на Рыжковский. Вон они пошли. Там есть ягода, клубника. Мы там, когда делали в начале лета, там дамбу заделывали. Вот там нашли клубнику, росла. Вот сейчас, может, даже она уже поспела. Сейчас увидим. Вот такая трава высокая. С тебя ростом, считай, брат, трава-то. Ну, чуть пониже, да. Ну, некоторые высокие есть. Вон березка пожелтела, как осень настала. А то из-за того, что она в воде стоят они. Конечно, раз трава высокая, комаров много, паутов, мошкары, вообще насекомых много. Для птиц это изобилие, кто питается ими, пищи в этом году. Вот дамбу сразу всю затянуло сорнячком. Это хорошо. А здесь же тоже бульдозер, да, работал? Да, да. Это же его. Да, это его работа, да. Видишь, он как разлился. Сейчас тут уже древним не походишь, с бреднем. Как мы с тобой ходили-то, помнишь? Когда я сжег-то гальянов этих в русской печи. Трудились, трудились, по этим прудам ходили. А я пережарил печку-то. Ну, а я в фотографии. Вон они стоят на бугру. Видишь, березки засыхать стали, потому что в воде стоят. Тут как осень настала. Ну, Игнатий, значит, метров 10 отплывал от берега, вон там мы плавали, вон той дальней березки. И глубина уже он с руками уходил. Чуть-чуть кончики рук торчат. А на середине, может, больше даже уже. Там тебе... Володь, а глубина-то она нам... Что дает, что рыба будет вот это? Что зимой она это опускается на дно и там ходит. То есть ей надо, чтобы пространство, чтобы, ну, не промерзало. Одним словом. Если промерзает, она погибает. Кислорода нет, потому что воздух. То есть лед большой, и ей там. Да, да, да. Вот для этого-то мы, Игнатий, хотел этого нанять-то, чтобы он там все это углубил. Угу. Все это мяшу выкачил и еще углубил. Здесь его отпускают, потому что он же здесь не убегает никуда. Вот это же мы, вот, все, Марина вот здесь помогала, вот это, тут же промыв был. Старый этот, слив, старый слив, а мы перенесли он туда, его выше сделали. Шарик, 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 шарик. Шарик, шарик, шарик. На, 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 шарик, 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 на. Ай, ты, ай, ай, мой золотой, ай, мой колесик. Иди, тебя он хозяин зовет. Пойдем, 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 пойдем. Он идет, идет. Да, да, это чтобы не подмыло. В том была ошибка, что мы здесь ничего не сделали, и их подмыло просто туда, вода. И доски подняло. Ошибка была, она была здесь. Мы еще там коле забили. Шарик, досками. Шарик, шарик, шарик. На-на-на. Шарик, вот пойдем. Он, вот он. Шарик, шарик, шарик. Шарик, пойдем. Шарик. Оп. Его из-за травы-то еле видать там. Пойдем, шарик, пойдем. Пойдем, наша умница, шарик. Шарик. Смотри, какая красота тут из растений-то. И запах чудненький идет.
Вот здесь, наверное, пчелки трудятся. Аж медовый запах такой. Шарик, 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 ко мне. Да вон он. Пошли, да он где-то, он обратно пошел. Пойдем, шарик, шарик, мой шарик. Пошли, пойдем, шарик, пошли, пойдем. Пойдем, шарик, пойдем. Шарик, шарик, шарик. Ну вот она клубничка. Вот она клубничка. Ну и как тут, Владимир Юрьевич, ягода? Ягода? Да что-то тут мало. А тут же это, меньше, вот здесь пожар прошел весной. А, вот здесь кто-то... меньше ягод, чем где мы там были вот, в прошлый раз. Здесь кто-то поля поджигает каждый год, и все сжигается здесь. Зачем? Ну, солому сжигают. Меньше, в разы меньше. Почти. Вот. Благородская травка. Где? Ну, покажи. Точно? Да, она, вот она, вау. А, так это и есть Богородская? Угу. Где, Виталий? Ну, не раз. Вот она, Богородская. Богородская, так. Вот, смотри. Так, 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 Тарас, пойдем на помощь. Если вот, где Тарасик? Вот это вот, Богородская. Да, да, да. Да, понюхай ее, Виталий. Ну-ка, понюхай. У кого есть пакет, а? Да, она. На весь пучок взять, тогда поймешь лучше. А вот это, если не расцвело, тоже да, можно брать? Она, да бери, конечно, на чай-то и все идет. Вот видишь, у нее нет вот это она, что ли, да? Особых, вот, вот, видишь? Да. То есть вот так тупо рвать, а как вот это? Да, только... Как некоторые летописи сделали. Он не летописец. Вы хотите меня назвать? Я не обидел. Вы не путали. Да. А вы же там перебираете на кухню? А с корнем нельзя ее вырывать? Вырывать с корнем, она у тебя с корнем будет вас. Хорошо, раздавил их я. А на следующий год она будет. Ну, не а если я с корнем выберу? Где у вас ведерко? Ну, ведерко-то где у кого? Хотя одно, дайте ведерко сюда. С одним ведерком. Кушу, дайте одно. Надо вам? Чикрет. Я потом переберу. Вон, Сергея Павловича можно ведро. Вот кроечка, а вы берите ведро. Все время надо долбить раз, два раз. Какой характер у вас? Что, сынок, домой повезет, мама на поезд. Жалуются, Игнатий Тихонович, на мой характер. Жалуются. Ну так нельзя жить. Ну ты чего приехал? Для того, чтобы научиться чему-то. Делай, как я тебе говорю, я не буду жаловаться. Я буду кинуть. Меня кусало. Где? Это сегодня? Это сегодня, да. Кто? Шубу. А на ноге вот такой вот, наверное, будет показывать. Ну это, а это давнишний. Ну, садись, садись, не бери, в рот толкает, кушай, в рот берет. Не бери больше, в рот уже. Бери. Бери, собирай только в кружку. Из кружки не бери. Набрал все, почистую съел. Кузанчик какой. За стол садится, тебе дают чужую. Да не трожь ты этих комаров. Чай заваривать не будем. Там и стрестался парень. Какой, как вы воспитали ты его? Вот, я каждый тоже мошки это боится, сделать. Да, давай быстрее набирать. Олечка, ну, вообще там люди. Мы даже не ходим. А это он, там не решается разве вопрос? Я не знаю, это надо спрашивать у самого Иоанна. Слава Богу за все.